Приветствую вас на канале Hard Reset Info. В этом видео вы узнаете, как дать разрешение на появление всплывающих окон Firefox. Для начала откройте новую вкладку, затем в правом верхнем углу нажмите на колесико, чтобы перейти в настройки. Затем перейдите в приватность и защита, пролистните слегка вниз, а затем рядом с пунктом блокировка всплывающих окон уберите галочку. Ну вот и все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки.